постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село. Мальчиков безусых не пришло. Раз в село присылали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и старый мал, кто познал войну и кого не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его с собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Просит мать о сыне повторить, просит мать о сыне повторить, просит мать о сыне повторить. И опять по таку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее услышать мог. Учиться сын.